Привет! В данном видео я покажу тебе 5 упражнений, которые ты сможешь сделать в домашних условиях для прокачки верхнего корпуса твоего тела. Первое упражнение – это подтягивание на турнике прямым хватом с фиксацией наверху. Фиксируемся на 1 секунду. Делаем 10 повторений. Второе упражнение – это подтягивание на турнике обратным хватом с фиксацией наверху верхней позиции на 1 секунду. Третье упражнение – это алмазные отжимания. Делаем 20 повторений. Алмазные отжимания делаем с фиксацией в 1 секунду в 3 позициях. Верхней, в средней и нижней позиции. Четвертое упражнение – это также отжимания, но руки расположены ближе к поясу. Делаем 20 повторений. И пятое упражнение – это отжимания от скамьи, направленные на трицепс. Так как делаем дома, отжимания от стула. Отжимания от скамьи делаем с фиксацией в нижней позиции на 1 секунду.